Вечерочек, ты на канале Gente Games, где мы с тобой играем в разные игры, и мы в этот раз проходим игру You Must. Это из бандла Amici Games, но не от Amici Games. Это другая компания, которая сделала, наверное, тоже один человек. Поэтому можем посмотреть, что там такого. Но прежде чем начнем, сообщаю, у меня есть страница на Boosty. Для тебя доступны разные виды подписок, чтобы получить анонсы и смотреть эксклюзивный контент на Boosty. Вступай в группу ВК, где ты можешь предлагать разные игры для прохождения. Подключайся к серверу Discord для общения и обсуждений, Honkai Star Rail, хорроров и много чего еще. Жду тебя там, все ссылочки в описании. Привет, меня зовут Миша, хочу участвовать в квесте. Привет, Миша, добро пожаловать в прятки. Меня зовут Акима, я создатель этого квеста, расскажи о себе. Если ты победишь, то что будешь делать с выигрышем? Я живу один, моя семья это младший брат Саша, он в детском доме. Я хочу найти хорошую работу, чтобы мне позволили забрать его домой. Деньги и мне помогут выиграть время. Отличный настрой. Миша, я желаю тебе удачи. Отправляйся в указанное место и не забудь, что это все-таки прятки. Не попадись. Так это квест или прятки? Кого пытаетесь обмануть? Я могу что-то нажать? Я посмотрел, что эта игра примерно на час, может даже раньше. Возможно, за раз мы ее пройдем. А возможно, не факт. Стоп, стоп, стоп. Видишь, что происходит на фоне? Эта игра выдает приколы с графикой на ультра и похерила мне начало видео. Поэтому пройдемся кратко по первым нескольким минутам. В описании к квесту прятки было сказано, что здесь будет находиться ведущий, смотрящий за порядком, и на глаза ему попадаться нельзя, иначе меня удалят. Давай быстрее закончим квест и уберемся отсюда. После чего мы разворачиваемся и видим открытые ворота. При выходе получили достижение «Не сегодня, уйди до того, как закроются двери». И игра на этом закончилась. После чего начинаем игру заново, где я говорю коротенькое наблюдение по игре. Я так понимаю, что это все в том же абсолютно духе, как мы и проходили все это. Только тут надо от какого-то чувака еще прятаться. То есть, понимаешь, тут уже есть в этом смысл. Как показывали, что можно find yourself, когда мы в метро бегали, там можно было приседать и покраситься. А зачем? Там, ну, это вообще была бессмысленная затея. А тут, видимо, это будет иметь смысл. Сходу находим первую записку. Ребята, это все по-настоящему. Тот громила нисколько не ведущий. Это псих, маньяк. Мне с трудом удалось убежать от него, но я истекаю кровью. Думаю, он скоро меня найдет. Убирайтесь отсюда. А что если это правда? Я не могу так рисковать. Мне нужно заботиться о брате. Я ухожу. Когда пытаемся выйти в ворота, они уже закрыты, и на них висит другая записка. Хочешь отсюда сбежать? Найди квестовый предмет и выживи, и тогда я, может быть, тебя выпущу. И тут мы встречаем дядьку-охранника на обходе и прячемся от него в траве. И когда я думал, что он уже ушел, он начинает идти обратно. Наконец-то мы закончили этот неплановый пересказ. Приятного просмотра. Ну зашибись. Я даже двинуться с места не могу. Ладно, мы подождем. Я пока ничего не делаю. Вон там что-то светится. Так. Слушай, мне это уже не нравится. Это что такое? Я просто не готов от кого-то прятаться. Я думал, что это будет... А, он так прошел. По вот этой штуке. Записочка. Заметка номер один. О, и ачивмент. Я не понимаю, что со мной происходит. Мне не с кем об этом поговорить. Я не могу слушать свои мысли. Нам уже никто не поможет. Повезет лишь тому, кто умрет быстро. Но видишь, тем не менее, я их не собираю. Так, значит, он спереди. А, вон еще что-то вижу. Это что? Мококо. Жидкость для зажигалки, я увидел. Блять, жидкость для зажигалки есть, а прыжка нет. Я что-то еще увидел. Что-то моргало, да? Да. О! Обман! Ебучий обман! Он же сейчас подойдет. Ну, смотри, он ходит прям... Вон он, сука.
Он ходит прямо около здания. То есть мы вот по этой стороне. Ты приблизишь? Вон он там проходит. Я его, короче, вижу. Ты его можешь не видеть, но я его вижу. Это самое главное. Нам что, нужно внутрь по... Тихо! Что происходит? Ага. Что... Что у меня с мышкой? Почему? Тут, короче, приближать не на Е. Блять, приблизь, пожалуйста. Что-то у меня случилось с мышкой, короче, не могу приближать, но я его вижу. Так, я вижу лестницу. Ну давай походим еще, возможно, здесь что-то еще будет. Должно ведь быть. Я так, ну, наверное, полагаю. В этом же есть какой-то смысл, нет? Ну, тут, смотри, тут уже дороги нет. Если мы на него напоримся, то это все. Это все. Вижу записку. А пока сын короля отсутствовал во дворце, король решил исполнить задуманное. Он вызвал девушку, рассказал о ее судьбе и предложил выбрать уйти или остаться и отгадать загадку, но в случае, если она не отгадает, то остаток дней проведет в темнице. Девушка выбрала второе. Тогда король понял, что любовь девушки к его сыну искренне. Он загадал ей простую загадку, чтобы сдержать слово. 12 лошадей участвовали в скачках, из них только 4 добежали до финишной первыми. Остальные лошади остались и проиграли. Сколько лошадей потерпело поражение? Вообще по хуям, он сейчас мне в затылок, блять, будет дышать. Взять, сука, страшно. Мне пришлось читать в торопях, ты понимаешь? Я не помню, что было в этой записке. Сколько там было лошадей? Веришь, нет? Вообще не до лошадей, вообще. Вообще плевать. Блять, я его не вижу. И у меня сломался зуб. Я еще что-то вижу. Это что? Блять, ты возьмешь? Куда прицел делся? О, взял. Так, все, да? Но мы туда не пройдем. Так, похоже нам в это окно. Ага. Все, я бегу в окно. И там еще лестница была, я помню. Оп. Я на месте. Кишочки. Все на месте, все как положено. Блять, что было за загадка с лошадьми? Слушай, это, наверное, мне понадобится. Но если ты в курсе, ты можешь прям сразу написать это в комментарии. В натуре, вдруг ты отгадал? Я, например, пока быстро читал, я вообще нихера не понял. Щеколду, открой. Вот так. Ебать. Ой, да как? Слушай, да я... Я это за раз не пройду. Зум заработал. Ёбаный... О, нет, нет, это какого хера? Ёб твою мать! Кто? У меня кто-то ходит. Кто ходит? И прыжка нету. Я бы 1000 раз бы перепрыгнул. Свет не включается. Включите свет. Дайте свет. Свет в студию. Ёба. Ой, какой кошмар. Заперто, нужно найти ключ. А эта дверь вообще не открывается. Так. Подожди. Так это тупик. Интересно, а тут в тупике... точнее, вот тут по дому будет ходить этот дурачок, которого мы видели издалека. Так, вон он ходит, да? Блять, сюда идет.
Так, подожди, если он идет сюда, я оббегаю. И мне нужно, получается, запрыгнуть. Ой, это жутко. Если я найду лестницу, то смогу пролезть в окно. Ну вот, это подсказка в целом. Жутко. Наверное, это самая жуткая игра, в которую я пока что играл. Ну, из этого бандла. В целом, было в Эмика, что пугало. Но вот тут вот эти все шорохи. Блять, вообще некомфортно, вообще. Еще вся беда. А, подожди. Я его не вижу. А мы пришли. Я поднимаюсь. Ну, отлично. Отлично. Этот человек обманут. Прям так, как положено, обманут. Я открыл дверь. А тут все что-то разбито. Так, ну я что-то вижу. Что-то светится. Интересно, на записи будет сильно лагать? Я очень надеюсь, что нет. На улице ходит. О, идет, слышишь? Туши. Вот он. Охуеть. Что это за существо? Просто знаешь, есть квесты с настоящими людьми. Я был в квестах. Кстати, если был в квестах, ставь лайк. Я был в квестах, но не с людьми. Я в обычных квестах был, таких. Блять, а тут как-то вообще все плохо видно. В таких, знаешь, ну, легеньких, типа. Ну как легеньких? Ну, без людей, короче. То есть был квест. Жига. Там про тюрьму всякие. Там как выбраться там от какого-то маньяка. Ну там появился человек. И там я реально обосрался. По-другому не сказать. Это была жуть полнейшая. Это был просто ужас в ночи. А есть же то, что люди прям идут с реальными людьми. Вот с такой вот херней заниматься. Ну нет. Я кончусь от этого всего. Не пришлось долго ждать, как девушку привели во дворец. 5 дней она была в заперти, пока шут не подсказал королю идею. Нужно предложить девушке отгадать загадку. Если отгадает, то тогда она достойна твоего сына. А если нет, то сидеть ей в темнице до конца своих дней. Король согласился. Ну и, видимо, он ей сказал... А мне будут ачивки давать? Ачивки. Что за дела? За одну дали, а потом я нашел третью, а потом вторую, и мне ничего не дают. Так, ну я пока никаких... Я надеюсь, что этот петух... Что это петух? Лазит только на улице. Который дышит в маску какую-то. Так, все, хватит бояться. Я понял, прикол. Я... Че двери-то скрипят? Это что, кровушка? Ага. Сбрасывай. Я... А, вот тут мы были. Да? Да, вот тут мы как раз прошли в прошлый раз. Что у нас тут-то? Я думал, кто-то стоит, мне показалось. Так, берем вот это. Записочка. Заметка номер 3. А, третья записка. Подожди, а то, что было. Я не помню, как меня зовут. Не знаю, кто все эти люди, которые живут со мной. И зачем вообще я остался тут. Осталась. Видимо, моего дома и моей семьи больше нет. Может, они погибли от той заразы. Если вам интересно, то поищите продолжение. Я, конечно, надеюсь, что напишу его для вас. Но мы их не берем, эти все записки, почему-то. Типа ты такой, ну, пусть другие тоже почитают. Это что? Это ключ. Нам опять оббегать? Бля, они, короче, видишь, тут нас заставляют бегать туда-сюда. Это мне не нравится, но я постараюсь. Я постараюсь бегать туда-сюда. Вот перепрыгни, сука. Просто перелезь. Какой же ты беспомощный, ноги же есть. Ну есть же. Должны же быть ноги. Ой-ой-ой-ой.
Сука, это что было? Мураши! Мураши, бежим отсюда! Бежим! Бежим! В жопу все! Он тут! Куда идет? Сука, он туда ушел, куда нам надо. Да? Похеру, похеру, выбегай. Вон туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Я его вижу. Так, куда он пошел? Ага. Блять, мне туда надо, друг. Ты занимаешь мое время. Что же делать? Что же делать, как же быть? Эта меня штука напугала, признаюсь. Я его пока фиксирую, я его фиксирую. Я его фиксирую. Он вернется? Или как будет? Он развернется? Давай, давай, быстрей. Соображай. Я не понимаю, что происходит. Все, у меня все слилось. Я не понимаю, куда он идет, вперед или назад. Я думаю, ты тоже ничего не видишь. Все, я его потерял. Блять, ничего не понятно. Я его вроде как не вижу. Он пошел за дом, он кругом ходит, получается. Ладно, похеру. А подожди, вот это, не отсюда ключ? Нет, не отсюда. Так, все, я забегаю. Есть, я забежал. Ключ, ключ, от двери, от какой? Куда? Вот сюда. Есть, открыл, супер. Вот он. Ебать, я себя выдал, ебать, я себя выдал. А это двери? Он может сюда зайти. Так. О, мужчина медитирует. Алло, уважаемый. Это ты цокаешь там сидишь? Ты, конечно, красив. Но ты голожопый. А это нехорошо. Прикинь, сидеть. Как говорится в одном стишке. Вовочка поздней весенней порой сидел на бетоне. Теперь что? Правильно, пиши в комментариях. Товарищ, что это вот твоя гордость. Я чувствую, что мы уже почти прошли. Опа! Можно вылезти на крышу. А нам и надо на крышу. Вот это меня смущает. Вот эти вот... Как будто мы свет можем дать себе. А, и вон он идет. Сюда. Так, присели. А, заметка номер два. О, вторая заметка. Кто-то спросит, как же я до этого дошла. Конечно, я схожу с ума, разговариваю сама с собой. Но если интересно, то слушайте. Ага, вот нам туда. А, я предлагаю... подождать, пока он пройдет. Видишь, вон он идет. Он сейчас пройдет. Вдруг мы упадем. И прямо ему на шею. Но это же нехорошо. Это же вообще не кайф. Он ушел? Он куда-то побежал. Он что, меня спалил? Он просто дёру дал. Что ты делаешь? Он меня смущает. Он меня очень смущает. Ага, о, класс. А можно так везде делать? Это же супер удобно. Не доходя до кассы. А, номер один. Король в одиночку правил королевством. У него был сын, которому было 19 лет. Сын влюбился в прекрасную девушку, но она была бедна. Король не захотел принимать в семью бедных людей и отправил за девушкой гонца, а сына за другой конец страны.
В этих заметках есть подсказка к кодовому замку. Чего? А как мне их почитать? Есть инвентарь? А, квестовый предмет, который спрятали организаторы. 19 лет. Кто-то ходит. 5. То есть первая записка 19, потом 5. И одну мы не знаем. 19-5. А там методом подбора, методом тыка. Ну и кто-то ходит. Блять, серьезно? Нам обратно идти? Не, это, конечно, прикольно, но... Это, честно, это вообще не кайф. Вот вообще не кайф. Теперь подожди. Мне... А, кодовый замок тут рядом. Вот отлично. Отлично. Вы еще здесь? Он ушел. Вот, он, видишь, я ему сказал. Он такой, а, да, точно, извини, я штаны пойду надену. Как я мог забыть про штаны? Ах ты ж ебануться! Какая херь, блядь, почему так страшно? Ля, ебать, я подскочил. Вот он сидит. Да что такое? Твою мать. Нет, понимаешь, вот поначалу мне было кайфово. Так, ты что, подвисаешь? Ты тоже охуела от такого, да, игра? Не висни, пожалуйста. Блин, надеюсь, все будет адекватно. Вот вопрос, куда мне бежать? Блин, побежали вон туда. Я не знаю. Если он будет здесь, вот в темноте сидеть, это будет провал. Где вот он? Я его вообще не вижу. Но, с одной стороны, это хороший знак. Это максимально хороший знак. Я просто бегу в темноте. Понимаешь? Сука, игра должна... Никого нет. Игра должна пугать атмосферой, а не ебучими скримерами. Ты просто пугаешься от резкого звука. Опа. А что ты такой дерзкий? Ля, он быстрый какой. Он до этого медленнее ходил. Ага, ага, пошел, слушай, пошел. Опять зум сломался. Вон он ходит. А ты че такой? Он караулит это место. Он просто его караулит. Нет, слушай, пошел. Да? Пошел, и я пошел, и я пошел. И я пошел. Я пошел. Сука. Так, значит, я понял тут, какой прикол. Тут нас будут только скримаками брать, поэтому я буду щуриться. Игра, сука, жуткая. 19-5, подбираем. Ни хрена не видно. 9-5-0. Ой. 19-51. 19-52. 19-53. Нет. 19-54. 19-55. 19-56. 19-57. 19-58. Супер. Так, это что? Ага. Болторез. Что? С помощью болтореза я могу перекусить замок на двери в подвал. Ага.
Интересно, а он сюда... А, то есть это просто загрузилось. Окей, я понял, я понял. Так, уважаемый, не мешайте мне тут. Теперь нам нужно его как-то обойти, но он стал жестче. Что это такое? Он стал жестче, он начал очень быстро бегать. Давай, пугайте опять своими скримерами. Он тут ходит. Мразота тут шляется. Тут стучит. Что-то положили, смотри. Просто, блин, понимаешь? Тогда-то было кайфово в другие игры играть. Ты знаешь, что ничего не будет. А тут непонятно. Он идет. А ладно. Хер с ним. Я убежал. Так, нам нужно в подвал. Вон он, я его вижу. Нет? Все. Все, друг, это пиздец. Мне уже мерещится. Мне уже мерещится люди. Это провал. Блять, я никого не вижу. Вот он идет, он идет. Он куда идет? Он вроде бы уходит. Если он уходит, срочно бежим, блять, в подвал. Необходимо продолжить поиски квестового предмета. Хорошо, хорошо. Блять, заходи. Заходи, ёбаный свет. О-о-о. Блядь, что ж так долго? Давай. Что происходит? Ты нажмешь на лестницу-то? Блядь. Пройди мимо, пожалуйста. Блядь, у меня сердце колотится. Что происходит? Ебать, обман. Я думал, мне нужно... А что такое? Что не так? Что не так? Я думал, мне вниз... Похоже, мы поиграли, да? Что происходит? Почему ты не заходишь? Мне нужно еще какой-то ключ найти, или что? Лестница. К чему? Ебать, я должен с лестницей бегать? Чего? Мне не... Мне, наверное, к пожарной лестнице бежать, да? Или куда мне это? Чё за дичь? Что за хуйня? Что за лестница? На кой хер она мне нужна? А, сюда поставить. Вот в это окно. Офигеть. Офигеть. Луна красивая, ты видал? Луна-то красивая. Блять, сердце колотится, ты бы знал. Где прицел? Блять, прицел исчез. А, вон он, маленький-маленький. Щеколдочка. Так, квестовый предмет. Фух, сука. Короче, самое опасное — это от этого дурачка там бегать. Все остальное ерунда.
все остальное нам ни почем. Какая дичь. Так, заходим, значит, мы только в светящиеся окна. Я открыл. Да, вот, вот, где колдовал, колдовал. Голенький мужик. Это то самое место. Что-то тут есть? Чего-то тут нет. Блять, я не хочу потом еще записки искать. Если сразу не найдем, мне же потом нужно достижение это заработать. Я же... Стучит! Прикинь? Стучит. Невозможно. Это impossible. Невозможно. Давай, кто нас тут будет пугать? Давайте, я просто не буду смотреть. Safe game. Я просто зажмурюсь. Мне нравится, что safe game. Ох, ёб твою мать. Заметка номер 4. Из всего происходящего, что я видела, мне удалось предположить, что ученые проводили опыты в секретных лабораториях, которые я так и не нашла. Вероятно, они были в секретных бункерах рядом с небольшим поселением, где раньше был наш дом. В какой-то момент произошел выброс и утечка ядовитого газа. Мы этого не почувствовали, а эти твари ученые спаслись бегством, не предупредив местных жителей, то есть нас. Интересно узнать, что было дальше. Или вы уже и так все поняли? Мне интересно, на кой хер я это все тут делаю? И куда мне идти дальше? Записка найдена. На толчках больше ничего нет. Куда же дальше-то идти? По вентиляции мы тут не ходим. Сейчас опять какая-нибудь херня вылезет, да? Или я сердце могу взять? Не могу. Что вы еще от меня хотите? Я же все сделал. Вот тут, значит, что-то... Ой, вот он пробежал. Я уже был готов. Все, все, я уже был... Он где-то тут лазит. Я уже был готов. А, вот мы сейчас на второй этаж пойдем. Прикинь, он сзади сейчас идет. Нет, он справа. Нормально, проходи, проходи. Нет, глянь, он сейчас что-то медленно ходит. Иди, 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 иди. Не тормози. Не задерживай меня. А, то есть мы обходим, получается, наверх. Да? Ага, вот записочка еще одна. Заметка номер 5. Это снова я. Продолжим. На людей это повлияло по-разному. Кто-то сошел с ума и покончил с собой. Кто-то стал агрессивным по отношению к другим. Люди стали вымирать, а выжившие объединились в одну семью. И все их существование, и все их существование сводилось к одному — не умереть. Ну я понял, мы это оставляем для будущего... Для будущих потомков, короче, оставляем. Я прикрою дверь на всякий случай. Так. Нам что, прямо... Так, ну что-то там прямо длинный коридор. О-о-о-о, господа, отдыхающие. Что это мы тут разлеглись? Жути наводят, жути наводят. Ой, что это было? Как будто чей-то микрофон шлепнул. Обезболиваю. Что произошло? Я, наверное, не успел повернуться. Я должен был вот так зайти взять. Вот так, чтобы я что-то увидел. Вот, понимаешь, вот эти звуки, это вот... Это вообще дичь. Вот так делать нельзя. Вот запомни, если ты собираешься делать игры, вот так игры не делай. А! А, они просто исчезли. Я даже не заметил, как они убежали. Все такие, все, 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 ребят! Это знаешь, как в КВН, они сценки меняют быстренько. Вот тут та же ситуация. Слушай, да я считаю, что мы уже почти вышли. Так, тут закрыто, хорошо. Вот это необычная дверь, да? О! Блядь, напугал. Я такое уже видел.
Я ж понимаю, что он тут не будет ходить. Если он тут будет ходить, это все. Если... О! Но нужен код, окей. Если этот чепушило начнет ходить прямо здесь, это все, это не игра, это я даже играть в это не буду. Это мне напоминает этот Power Drill Massacre. О, нет, я недавно пересмотрел, как я играл. Думаю, да не, можно было бы в целом. А что это за место? Такое чувство, что здесь что-то должно быть. Странная комната. Без ничего. Вот я пересмотрел, такой думаю, да можно было бы, может, еще разочек сыграть. Я сейчас понимаю, что нет. Вообще ни разу. Ну сидит он. Бежит. И я на... Да, ох ты ж, блядь, навстречу тебе побежал. Сука паршивая. Как же ты меня раздражаешь, блядь. Открылась дверь? Нет, не открылась. Но тут уже ничего не будет. Что же за пароль? Это закрыто. Давай, мы уже почти прошли. Выход. Ты еще тут? Уважаемый. 72. Окей. Окей. Я увидел. Может, еще будет подсказочка от вас? 72. 72. Так, и что еще может быть? Что еще может быть? Что-то по-любому здесь. Но она не явная. Она не явная. Максимально неявная. 72. Что же может быть еще? Блять, не говорите, что мне нужно как-то на улицу выглядывать. А то это будет вообще не прикольно. 72. А можно сделать... Еще побежит на нас сейчас. Я щурюсь. О, закрыли. О, спасибо. Значит, не придет за нами этот дурачок. Так, я увидел 72. Что же может быть еще? Уборная. Где-то может быть здесь. Труд уборщиц, уважайте. Что-то должно быть нестандартное. Нестандартное. На толчках. Да я вроде ничего не вижу на толчках. На поломанных дверях. Тоже не вижу ничего. Если уже показали так, значит должно быть так. 72. Сука. Хотя бы дали бы 3 цифры. Я бы там уже методом подбора бы это подобрал бы. Просто здесь я ничего не вижу. Опять кто-то ударился. Вот это я не люблю. Вот. Сделайте чуточку попонятней. Чуточку, хотя бы вот немножечко. Добавьте толику 9. Да ну нет, это дичь. Ты еще там сидишь? Да, он сидит и говорит мне 72. Да я понимаю, дядь, что 72. Дальше-то что? Там я не вижу. Это паролей тут, да еби ни фени может быть. Я даже боюсь считать сколько. Ну дичь. Ой, прикинь, я не вижу. Хоть бы номер шкафчика, я не знаю. Хоть бы что-нибудь. Дали бы мне 3 цифры. Было бы очень... Очень полезно. Кроме 72, я ничего не могу подобрать.
И ничего? Не вижу. Серьезно. Я уже все бежал по нескольку раз. Знаешь, вот уборная, да, и выход. Это 5 букв и 7 букв. Ну это же бред. В каком мне порядке? Вот эта комната открывается, понимаешь? Вот эта комната открывается. Но что с ней делать? Непонятно. Я вроде всю ее осмотрел. Может быть, на столе будет начеркано, я не знаю. Может быть, вот на табуретке что-то будет. Просто эта комната тогда бессмысленная, она просто сбивает с толку. Причем очень сильно. Я уже не понимаю. Я не могу вот сюда залезть. О, залез, залез. Но... Тихо. Тихо. Я дальше не могу пройти. Меня не пускает. Может, я и на стол заберусь? Заберусь. А-а-а. Так, окей. 6-3. 7-2-6-3. Так, кто-то меня напугает? Я ведь выяснил. 7-2-6-3. 6-3-7-2. Аллилуйя. Отворяйте двери. Отворяйте. Кто-то нас сейчас напугает или что? А, квестовый предмет. Да, черепок. Красивый. Смотри. Красивый. Но он какой-то засвечен. Нужно убираться отсюда. Погоди. Ждем время. Ждем чуть время. Потому что я знаю, что на записи... Просто странная система. Почему? Почему, сука, он поднимает мне после каждой загрузки на максимум? А мне не нравится. Подожди, а что так дверь закрылась за нами? Только открой. Что за прикол? Но мы в подвале. Окей, а как выбежать-то? А что опять происходит? Мне опять где-то лестницу взять? Дядь, вставай, я не знаю. Помогай. Каким-то образом. В окошечке мы не вылезем. Опа. Открыли. Но он тут ходит где-то. А все ли мы за... А все ли мы записочки нашли? А, ну мы прям в подвале. Он ходит поверху. А разве недостаточно нам будет того, что мы нашли квестовый предмет? Типа, все, мол, я победил. Так, погоди. Тут мы еще не походили. Я сейчас похожу. Все посмотрю. Нам же еще тут... Глянь тут. Сколько добра. Открывай. Тут же еще... Ой, он кушает. Блядь. Миша не выходил на... К чего, блядь? Миша не выходил на связь уже 4 дня. Я думаю, с ним что-то случилось. Последний раз он говорил, что хочет поучаствовать в квесте. Полиции принялись заявление, но я не хочу сидеть и ждать. Я отправляюсь туда. В смысле? Серьезно? Плохая... Он показал мне плохую концовку. Я же все специально ради этого изучаю, чтобы была хорошая. С самого начала? Сука, с самого? С самого, блядь, начала? Я все это терпел? Ради чего? Объясните, пожалуйста. Так, смотри, нормально, нормально.
Тут работает сохранение. Что мне нужно делать? Давай, открывай. Я не понял, что я делал, что она открылась. Время подождать. Давай. Значит, в ту дверь не лезем. Значит, там нам делать нечего. Слушай, вроде дверь открылась, когда я дядьку пнул. А ну вставай, вот сука. О, получилось, прикинь. Вот, оказывается, в чем дело было. Вот оно что. Так, видишь, не зря. Не зря там все закрыто. А типа что? Ой, ты твою мать. Я тут буду дальше получать плохие концовки? Это, конечно, интересно и необычно. Ебать, где я? Подожди, ну вот... у меня же был болторез, куда он делся? Тут все закрыто. А, тут вот длинный коридор. Ага. Так, тут мы пробежались, тут мы посмотрели все. У вас тут закрыто. Ага, вот он, лом. Просто возможно... Возможно, я бы там не вышел. Возможно. Да хотя нет, скорее всего, там и надо выходить. Открывай. А нахера мне лом? Тихо! Я тебя не выпущу. Я знаю, что ты там. Для чего мне лом? Вот эту штуку я всю не отодвину. Блин, я хочу узнать, что там такое. Я взял же лом, для чего? Сломай ее. Что это такое лежит? Что-то непонятное. Может быть, сюда? Нет. И тут как бы ничего нет. Так, давай, пробегаем последний раз. И, собственно, на выход. Я ничего не придумал, что можно сделать. Эта дверь мне не поддается. Значит, пойдем просто на выход, наверное. Да, это же вот как раз выход, о котором я думаю. Слишком далеко, нужно что-то длинное, чтобы добраться до ключа. Ну так у меня есть лом. У меня же есть лом. Вот, видишь, мы не выбрались. Нет, в смысле? Ну, возьми ключ. Мать. Что ты будешь делать? Вот эта палка? Я ее, блядь, не буду брать. Ну что-то длинное я вижу там. А мне нужен ключ. Это что за... приколы? Это что за приколы? Время мне не затягивайте, пожалуйста. Он не прыгает. А может, мне нужно туда, но не подходить к этой мрази? Я взял. Все. Она у меня. Палка у меня. Говорю, палка у меня. Блядь, я что, зря ее взял? Или она не у меня? Мне вот сюда? Блядь, что за дичь? Он сейчас меня просто сожрет. А, и все, выхода нет?
Ну, не, это какая-то хрень. Не, господа, это ерунда. Полная. Так, смотри, я сообразил. Так, пинаем дядьку. Он нам помогает открывать дверь, если его пнуть. Но сейчас что-то не пинается. Получается, мы же взяли лом. А он нам пригодится. Там же была дверь с досками. Я про нее вообще забыл. Все, отлично. Не зря дядьку пинали. Побежали. Вот этого даже не трогаем больше. Все, это бессмысленно. Это... Ой, дай твою мать, я про тебя забыл. Я про тебя забыл, ты меня напугал опять. Смотри. Хватит. Взял. Все, побежали. Я вообще про этот кусок забыл, понимаешь? Иди в пизду. Ты меня раздражаешь. Открывай, все, сразу. Все за раз, пожалуйста. Как просил, посмотри. Блять, что происходит? Кто мне задувает тут все? Тоже сердце стучит. А как будто мое. Вы в курсе, это так не работает? Сердце так стучать не будет. А где голожопый мужик? Он все, больше нам не будет помогать. А, это же он жрет. Вот сука. Голожопый мужик. Да там все закрыто. Как ты можешь и жевать, и стучаться? Я видел, это вообще разные места. Я взял длинную палочку. Это будет наша с тобой палочка-выручалочка. А тут висят люди, летучие мыши. Это Бэтмены, сука, это Бэтмены, прикинь. Намек номер 6. Мы бросили свои дома, когда военные стали зачищать поселок и, дождавшись окончания операции, перебрались в брошенную военную базу. Но к этому моменту мы уже не понимали, кем стали. Мы стали монстрами. Так, и что? Нас что-то еще напугает? Что за шорохи? Так. Блять, уже все заставили, ты посмотри. Эта дверь закрыта? Закрыта, это самое главное. А, нам ключик достать надо. Бежим. Вот это я понимаю квесты. Залезть туда, достать там ключик. Ну, вообще, это идеальные квесты. О, манекены. Друзья, манекены. Я тебе говорю, у нас будет хорошая концовка. Что это? Не-не-не, он нас не обманет, я туда не пойду. Нам вот сюда. Ага. Ага. Давай закроем от греха подальше. Что там? Еще что-то будет? А выше нам и не... Еще ключ. Какой я молодец. Вот тут, сука, быстро нахожу. Ох ты ж, ёб твою мать. Это что было? Ну это же хуйня. Сейф гейм. Да и пошел он нахуй. Я бегу домой. У меня хорошая концовка. Что я его буду тут еще караулить 1000 лет? Открывай мне ворота. В смысле? Твою маму. А куда? А куда мне бежать? В другие ворота? Мне, блядь, бежать другие ворота? Слушай, я не знаю, возможно, поделится на две части. Посмотрим, что получится при монтаже.
Возможно, это будет час. На меня меньше, меньше там будет. Блять, мы зашли же через те ворота. Тут уже некуда идти. Но я в траве сижу. Прям как кузнечик. Ну нам точно же выбегать в ворота. Точно же так делать надо. Ну скажите, что да. Скажите, что да. Нет. Если на доски, то смогу перелезть через забор. Какие доски ты ищешь? Ну вот тебе доска. Какие доски тебе еще искать? Ты чё, олух, какие доски? Да вот у тебя куча досок лежит. В смысле, доски он найдет? Падла, какая же ты падла. Просто перелезь. Подожди, где-то я видел. Что-то такое вспоминается мне. Где-то я что-то такое видел. Господи. Вот еще тут от него бегать не хватало мне. И так эта херня перепугала меня. Вот они, да? Все, я бегу. Я бегу домой. Я забираю своего брата, забираю свой выигрыш и бегу домой. Все. До свидания, господа. До свидания. Всем привет. Я долго не выходил на связь, было тяжело. Друзья, спасибо за поддержку. Я решился и рассказал об этом месте журналистам. Им удалось поднять общественный резонанс. Многим людям стало небезразлично. Полиция проводит проверки и расследования по делу организатора квеста. Есть еще хорошие новости. Мне предложили стажировку в хорошей фирме. Мой адвокат сказал, что скоро я смогу забрать брата домой. Супер, пробежали. Отлично. Самое, что раздражало, это скримеры. Скримеры и вот этот мразь. Кстати, ни разу на него не попались. Ни разу не попались на него. Он какой-то жуткий. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк и комментарий, делись этим роликом с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Скоро увидимся. Всего